Наиватману прабхурайам нижалабхапурно, манам жана давидушо коруно биниде, жад жано бхагавате видадхи таманам, тачатмане пратимукхасья жата мукхаси. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что на пути вашего баджана автоматически камень кончена пратиштха, они все придут в вашу жизнь на пути вашего харибаджана. На вашем пути камень кончена. То есть уважение, почет, богатство женщины, все будет приходить по пути, на пути вашего баджана. Если вы привяжетесь к этому, то есть это очень опасно, вы можете отклониться от пути баджана. И вот Шрила Прабхупад говорит в этих строках. Он дает точное определение, кто настоящий вайшнав. Очень тяжело преодолеть все эти вещи. Эта шлока, она из седьмой части. И Прахлад Махарадж говорит. Прахлад Махарадж говорит Нрисимхадеву: «О Господь, тебе не нужно никакая пратиштха, никакое поклонение, но все же ты принимаешь это, чтобы спасти всех обусловленных душ». И вот эти слова значат, это самоудовлетворен. Вы можете следовать совершенному вайшнаву, можно увидеть, что он полностью доволен, он полностью самоудовлетворен, нет никакого неудовлетворения в его жизни. Если кто-то пообещает его убить, то он все равно будет смеяться, поскольку он знает, что он вечен. Если вы не следуете всем этим киртанам, которые написаны Шрила Бхактивинода Тхакуром, я уверен, вы не сможете обрести достаточно силы. День и ночь вы должны воспевать эти киртаны, которые написаны Шрила Бхактивинода Тхакуром, Шрила Наротамом. Иначе это очень сложно. И вот здесь вайшнав, он всегда самоудовлетворен. И Бхагаван, Верховный Господь, он тоже, он полностью блаженен, нет никакого неудовлетворения в его сердце, ему не нужно ничего снаружи. Но все, что приходит, он может занять это в служении. То есть такое всестороннее. Шрила Прабхупад говорил, что такое всестороннее. То есть суть в том, что если мы сможем занять все, что приходит к нам в служении к Господу, то есть это есть то, о чем говорит Шрила Прабхупад. То есть кто совершает Кришна Бхаджан, он очень и очень умен. Вы думаете, что он глуп, но он настолько умен, что никто не может одурачить его. Он понимает, он знает все. И вот тот, кто совершает Кришна Бхаджан, он очень разумен. И таким образом, много раз я говорил уже, что Бхагават-таттва, это полная татва. Я много раз говорил, помните, что дама, нама, парикава, все спутники, все принадлежности, все, что
и преданные, то есть это все вместе называется Бхагавататва, то есть Бхагаван и его все окружение. Если вы хотите отделить что-то от чего-то, то есть это глупо, поскольку это полная татва. Поскольку есть Бхакта Бхагават и Гранта Бхагават, невозможно их разделить. Они единая татва. Но в Гите, когда Бхагаван говорит, эти дживы, души, они все исходят из меня. So, what do you mean и вот, by this point? Что это значит? Actually, Парикар, Бхагават Парикар, Бхагаван и его спутники – это полная единая татва. Но когда мы говорим о каких-то обусловленных душах, которые исходят из Кришны, если вы думаете, что… То есть плохо думать, что они как-то не отличны от всей Кришны, это неправильно. То есть обусловленные души, они относятся к другой татве. То есть есть такое неправильное представление о Кришне и обусловленных дживах. Значение этой шлоки таково, что Кришна, его энергия Шакти, в Веданта Сутре описывается, что Шакти, она не отлична от своего обладателя, и в таком смысле джива – это Шакти-татва, это пограничная энергия. И они подобно солнечным лучам, они исходят из Кришны, но это не значит, что они некое противоцелое Кришне. Они части его энергии. То есть это не сам Кришна, а просто часть энергии Кришны. И вот джива, она душа, они подобные лучам солнца. Как из солнца исходит свет, и солнечные лучи, так и обусловленные души, они подобны этому. И эти обусловленные души, они всегда неудовлетворены, они всегда чувствуют какое-то недовольство, не зависит от того, в какой ситуации они находятся. Они что-то хотят постоянно, они хотят доказать, что они... Им ничего не нужно, но их сердце оно не удовлетворено, поскольку когда их сердце оно полностью раскроется, то Гуру Вайшнава они посмотрят и увидят это. Иначе, если этого нет, то они не увидят, соответственно. И первое, что те обусловленные души, они это отдельная субстанция от Кришны. И личные спутники Господа, например, как Шрила Бхакти Кумар, Санта Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрилы Прабхупады. Я уже говорил о том, кто такой настоящий спутник. Что те, кто исполняют желание сердца Верховного Господа Шри Чайтанья Махапрабху, то есть они есть вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху и вечные спутники Шрилы Прабхупады также. То есть а те, кто следует Шриле Прабхупаде, те, кто исполняет желание его сердца, те, кто проповедует согласно его наставлениям, то есть они есть его вечные спутники. Их цель – принести удовлетворение Шри Чайтанье Махапрабху, так или иначе. Они хотят исполнить желание сердца Шри Чайтанье Махапрабху, и поэтому они вечные спутники Шри Чайтанье Махапрабху или Шрилы Прабхупады, это не отлично. И вот сейчас
То есть мы выяснили, что обусловленные души – это отдельная субстанция, а наши гурвага, вечные спутники Верховного Господа, они отдельные. То есть они не отличны от Господа в каком-то смысле. То есть те, кто живут для исполнения желаний Чайтаньи Махапрабху, это они есть его вечные спутники. И также можно наблюдать, что те, кто получил харинаму дикшу от Шрилы Прабхупады, и кто-то, например, говорит, что они все его вечные спутники. То есть кто-то говорит, что они все его вечные спутники, но нет, это далеко не так, как это возможно. Поскольку в киртане, посвященном Шриле Прабхупаде, написано Шридхара Махараджа, вот это Шрила Прабхупада Аштака. Вы уже слышали об этом, и вот в этой шлоке говорится, что Шрила Прабхупада, он принял саньяс, чтобы освободить падших душ. Если Шрила Прабхупада пришел со всеми своими вечными спутниками и уходит с вечными спутниками, никого не спасая по дороге, то что смысл это бесполезно, понимаете? This way, be sure, 100%. Таким образом, будьте уверены на 100%, что Шрила Бхактикумут Санта Госвами Махарадж, он вечный спутник Шрилы Прабхупады. И вот сейчас день его, день явления моего Гурудева Шрилы Бхактикумут Санта Госвами Махараджа, который ушел в Нитья-лилу. Хотя кто-то может поспорить со мной, что мой Гурудев Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, как вы говорите таким образом, я говорю правильно, поскольку много раз я говорил вам, что Гуру Татва – это Аканда Татва. Она неделима, ее нельзя разделить на части. Гуру Татва – это единая, уникальная татва. И когда я говорил, что сегодня день явления моего Гурудева Шрилы Бхактикумут Санта Госвами Махараджа, я говорю правильно, то есть онтологически все правильно. Но суть в том, если вы вот представите, например, один круг, если я хочу какую-то точку выделить на этом круге, на окружности. То есть, если пройти по всей окружности, можно вернуться к этой конкретной точке, с которой мы начали. И какое же значение этого? Значение таково, что Випраламбха и Милан, то есть чувство разлуки, чувство встречи, это уникальная сиддханта. И когда мы выбрали какую-то определенную точку на окружности, то есть если пройтись по этой окружности, можно вернуться к той же самой точке. И я имею в виду, что день явления и ухода, вот, ну, выглядит, что день явления и уход, они как бы отличаются, но онтологически они не отличны. То есть Випраламбха, чувство разлуки, и Милан, то есть чувство встречи, они в каком-то смысле не отличны, как, например, если Махарадж ушел из какого-то места, то значит, что он явился в другом месте, чтобы спасти других обусловленных душ. И вот относительно Вайшнава-татвы, Бхагава-татвы, вы должны думать таким образом. И нет никакого, и поэтому не должно быть никаких сомнений, что сегодня день явления моего Гурудева Шрилы Бхактикумут Санта Госвами Махараджа, поскольку я не говорю ни о чем связанном с этим материальным миром, я говорю о трансцендентном мире, о Апракхи-джагате, там, если я предложу Пушпанджали лотосным стопам Шрила Санта Госвами Махараджа, то автоматически эти Пушпанджали дойдут до моего Гурупад Падме.
И я говорю об этой уникальной татве, о трансцендентном мире. Если я предлагаю Пушпанджали цветы лотосным стопам Бхакти Кумут Сантагаса Махараджа, они автоматически в то же самое время дойдут до лотосных стоп моего Гурупад Падмы. А глупые люди, они спорят, что мой Гурудев более такой старше, чем твой или еще что-то. Но так или иначе, есть, я говорю о стандарте, то есть о садгуру-татве. Садгуру-татва, она уникальна, и у нас не должно быть никаких сомнений и споров по этой теме. И суть в том, что те гуди для нас баджан – это випраламба баджан. Гуди, они плачут день и ночь. Те, кто настоящие, совершают настоящие гаудия баджан, они плачут день и ночь, они чувствуют боль разлуки, чувство разлуки. Они всегда находятся в такой випраламба баве. Это их настроение баджана. И когда же мы можем плакать, когда? When you can cry, if you have если у нас есть какое-то чувство, какие-то отношения с Бхагаваном, с его спутниками, с Гурудевом, то есть тогда и тогда вы можете плакать, иначе невозможно. А когда слезы не... Ну, вы не плачете, то есть ваш баджан, он не настоящий, не совершенен. И многие люди спрашивают Горги Шурдас Бабаджи Махарадж, о Махарадж, можете ли вы рассказать нам, как мы можем получить Кришну, Верховного Господа, Шри Чайтанья Махапрабху. И Горги Шурдас Бабаджи Махарадж знает, что они все глупы, и он много не говорит, он просто говорит, можете ли вы плакать для Шри Чайтанья Махапрабху, плакать для Кришны. Если можете плакать день и ночь, тогда вы сможете обрести его. И вот этими простыми словами, он очень глубокая философия там. То есть они много не говорят, он много не сказал, но просто в двух словах спросил, можете ли вы плакать, поскольку если потеряли какие-то деньги или ушел отец, мать, то вы плачете. Если ваши какие-то родственники умерли, вы все равно плачете, но вы не плачете о Верховном Господе, о Гуру, о Вайшнавах, и это очень такая плохая ситуация. Это болезнь вашего сердца, это материальная болезнь. И до тех пор, пока вы не вырветесь из этой материальной концепции, материального представления, вы не сможете удовлетворить Кришну. Так или иначе, вы должны посвятить всю свою жизнь Верховному Господу. Для Кришны вы должны посвятить всю вашу жизнь. И тогда вы можете надеяться. Я много раз привожу пример. Хотя я не должен говорить так, но я вынужден, поскольку не все могут понять. Вот, например, в Индии были такие борцы за свободу, они готовы были принести свою жизнь за Индию. И какой-то, например, политический борец за свободу спрашивали, кто готов пожертвовать свою жизнь за родину. И многие люди, они говорят, что там мы готовы пожертвовать собой ради родины, ради нашей страны. Я не хочу приводить, но это не... То есть я привожу такой материальный пример. Пример, но все же, чтобы вы могли получить представление. И поэтому, вот Нетаджи Субхаш Чандра Бош, его мать каждый день приходила к Шриле Прабхупаде, слушала Харикатху, а он был... А он был этим, ну, борцом за свободу. Tumra amake rokto dao ami tomader shadhinota debo. I can give freedom to you. Can you give blood to me? So they are speaking. You think they are material man? I know they are material, but still
То есть, хотя, so that you can feel shy. То есть я хочу привести такой пример, чтобы вам было стыдно. То есть если мы поймем состояние, в котором мы находимся, что в каком обусловленном вашем состоянии, тогда нам будет стыдно, что мы должны пытаться лучше сегодняшнего дня для вашего осознания. Я должен говорить об этом и в Бхагаватам, например, Шукадев Госвами не прикасался ни к чему материальному, но иногда он приводил какие-то материальные примеры, либо какие-то жесткие слова в адрес материальных людей или кого-то. И вот он кого-то обзывал животными, то что когда в Госвами, у которого нет даже никакой связи с этим материальным миром, он парамахамса. Но когда он хотел дать нам пример, он очень жестко говорил. Что он говорил, что они подобные материалисты, они подобные верблюдам со собаком. Почему? Чтобы мы смогли какое-то чувство получить, поскольку мы практически мертвы. Шрила Прабхупад говорит, что они, ну, мы практически мертвы. Почему? Если у нас нет сознания, значит, мы практически мертвы. Ачайтанна видам висам яди чайтанна мисварам на виду сарва састрагня опихи рамманти тейжана. И вот Прабхупада Сарасвати говорит такие строки. Ачайтанна видам висам яди чайтанна мисварам на виду. This, all this whole world, что весь мир, он бессознателен, он материален. У них нет должного сознания. Если они не будут знать полностью о Шри Чайтанье Махапрабху, то что же тогда? Например, они запомнили так много писаний, могут цитировать сразу по памяти многие писания, но толку от этого. Ачайтанна мидам висам яди чайтанна висварам на видхо сарва састрагнам опихи рамманти тейжанаха. They can travel, пунарапи джананам пунарапи, they are going to be put into recycling order. То есть и такие люди, они вынуждены опять рождаться и умирать, То есть до тех пор, пока они не избавятся от всех желаний. То есть это первая ступень, которую мы должны достичь на пути Харибаджана, это избавиться от всех желаний, от всех материальных желаний. Это очень тяжело, но после этого вы можете обрести нектар. Но многие говорят, что это очень, ну, жестко, очень тяжело. То есть я не хочу обмануть вас. И таким образом, если вы поймете, какое значение, какое сокровище, какое наследство ждет вас в сочетании Махапрабху, он пример такой приводит. И вот маленький мальчик, он плачет, и тут мимо проходил мудрец Сарва Гья, который знает будущее, прошлое, настоящее. И вот он говорит, что мой отец умер, что делать? Он был очень богат, и мой отец раздал свое богатство с моим братьям, а мне ничего не осталось, я был с, ну, где-то вдалеке, и поэтому во время смерти отца я ничего не получил. А Сарва Гья сказал, нет, он оставил тебе нечто большое, великое. И смотри, оно внутри, под землей. Да, под землей, где точно? Но я скажу тебе, успокойся. Пойдем со мной. И он начал говорить, что смотри, ты должен избегать западной стороны, поскольку там опасные змеи, и куда же идти? А на юге
ты тоже не можешь идти туда, там опасные пчелы. Они могут покусать тебя, если ты пойдешь в ту сторону. И что же делать? А если ты пойдешь на север, там тоже ничего хорошего, там якши, эти привидения, они могут убить тебя запросто. И он сказал, я беспомощен, ну что же делать, иди на восток. Если ты пойдешь на восток, ты должен копать там и сделать канал, и там ты... Как покопать этот проход, и, ну, в общем, вот там и там он объяснил ему, и там ты можешь найти сокровище. И Махапрабху сказал, Санатан, ты понял, что я хотел сказать? И что же, нет, не понял. Я хочу сказать, что этот Саравагья, это наш Гурудев, это обусловленная душа, которая плачет о великом богатстве. Ну, это просто как олицетворяет собой Садака. И вот Санатан, великое сокровище, ждет всех душ. Но они настолько глупы, что они очарованы Майей и не понимают. И этот покров Майи, он мешает нам видеть абсолютную истину. И таким образом, наша Гурувага, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, я помню наставление Прахлад Махараджа Каумарам Ачарьет Прагья. И вот, когда вы еще молоды, то есть тогда и тогда вы должны начать. Иначе это сложно. Но мы думаем, что люди думают обычно, что можно начать харибаджан в любое время. Сначала нужно там учиться, работать, наслаждаться и прочее. Когда все надоест, то тогда можно харибаджан заняться. Но Шрила Прабхупада говорит, нет, с самого рождения. И это Бхагавад-дхарма. Вы должны исследовать, и вы должны начать Бхагавад-дхарму. С самых детских лет. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж начал баджан с самого детства. И вся его семья, они были вайшнавами. И в их доме был Рада Мадан Махан или Рада Раман Виграха, я не помню, как это зовут. А его имя было Рада Раман Брамачари. И его дядя, отец, мать, они все ученики Шрилы Прабхупады. Его отец, он жил, точнее, его дядя жил в Малабхе, он был великий киртанья. Он настолько прекрасно пел. Вы вынуждены были плакать, когда слышите его киртан. И вот от своего дяди он получил эту способность прекрасно петь. Совершать киртан. И вот, вот пришел. В матху, в детском возрасте. И вот таттва-гьян это очень... Таттва-гьян это очень такая... То есть не зависит обретение божественного знания, не зависит от возраста. Только тогда, когда Гуру Вайшнава Бхагаван, они довольны нами. Это не зависит от нашего возраста или убеждения. То есть это не зависит от нашего происхождения, от нашего образования, от нашего происхождения. То есть это не зависит, зависит от милости. И вот Хануман говорит о себе так, что вы думаете, что я получил милость Господа Рамы как? Я не происхожу из какой-то великой семьи.
просто животное, обезьяна. И вот Хануман говорит о себе так, что я из низкой касты, даже не просто из касты, а животное. И смотрите, я выгляжу тоже ужасно, как обезьяна. И образования у меня нету. Хотя в другом месте про Ханумана говорится, что он лучше среди всех мудрецов, но Хануман говорит о себе как о том, что он не образован, не учился в школе или еще где-то. So you see, I have no property. I'm staying in forest. So you think over again how I'm enjoying the Господа как я получил милость Господа Рамы. Чакаро сакше бато лакшан агрожо. Лакшан агрожо means Лакшман, his elder brother, how giving full kripa to me, making friendship with me. И как же получил милость Господа Рамы? Как? The only point is that единственное, if my heart is, если мое сердце, if my heart is always running, оно всегда привязано к лотосным стопам Гурудева Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху, то есть Кришна вынужден будет явиться к нам. Он вынужден явиться будет. Я могу из Бхактирасамрита Синду привести вот пример. Вот этот стих, он говорит об этом. И таким образом Шрила Шанта Госвами Махарадж, он пришел с моим Гурудевом. Он, вот, и вот он говорил, что Шрила Пури Госвами Махарадж, это его Шикша Гуру. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Хридая Бонда Госвами Махарадж, они, ну, привели его в матх из его деревни. И когда он пришел, он был очень мал, но очень умен. И Шрила Прабхупад спросил его, может ли он совершить какое-то служение, а он сказал, да, я могу совершить любое служение по вашей милости. И однажды Шрила Прабхупада спросил его, может ли он отправиться в Барму, в Бирму. И вот Шрила Шрила сказал, что да, и по вашей милости я могу поехать, ну хорошо, езжай. И вот он вместе со старшими вайшнавами, они поехали туда, но там был Гауди Матхи, но после ухода Шрила Прабхупады он пропал. И вот там много бенгальцев жило в то время. В Римуне, Римун называется место, Римур, точно. И вот в то время он совершал, собирал пожертвования, и много людей шутили с ним, что ты смотри. А там еще был один бенгалец, бенгалец, у него был магазин сладостей очень большой. All different kind of fruits are разные виды сладости in, были там. И он. Name of sweet. All sweet price and name. Ну, там so было see, написано название и цена сладости. То есть если сказать, просто дайте мне какой-то сладкий шарик, они ничего не поймут. Вот, говорите то, что как назвали этот сладкий шарик. А этот хозяин магазина, он был очень предан Кали. Дурги, он совершал Кали Баджан. И он называл свои сладости в честь Кали. То есть все его сладости содержали имя Кали. То есть нужно было назвать так, как он их назвал, иначе он вас не поймет. Ну вот этот... Ну, в общем, он был очень умел, хотел, чтобы люди, приходящие в его магазин, не повторяли имя Кали. И таким образом
получали какое-то благо, и поэтому он назвал все свои сладости. Ну, в честь Кали. Ну, это Девидама была, и поэтому, если кто-то что-то сделал для Кали, или для Дурги, или для Шивы, то есть они их благословляют различными богатствами, ну, и исполняют их желаниями. А Кришна очень умен. Если вы хотите... Да, с Кришной не так просто. Но с Кришной сложнее все. But when you are, you have a strong tenacity. Но когда у вас есть такая безраздельная решимость, что вы хотите обрести Кришну, но и только Кришну, ничего иного. То есть, как, например, Друва Махарадж, он говорит, когда Бхагаван явился получить даршан своего преданного Друва Махараджа, то он сказал, что нет, я не хочу царского трона. Но я был глуп, я начал баджан, чтобы с таким настроением, чтобы обрести богатство. Я получил амриту, нектар. Я обрел твои лотосные стопы, мне ничего не нужно больше. И вот и также мы, когда начинаем баджан, мы думаем, что Гуру Вайшнава не бессердечны, но когда мы обретем нектар, какое-то блаженство, получим вкус баджана, то мы изменим нашу точку зрения, как, например, Гангамата Такурани, она хотела получить мантру, а Гурудев не давал ей мантру, то есть она была дочерью великого царя. Но она была настолько решима, что Гурудев, он, видя ее решимость, он решил дать ей мантру. И дал ей имя. И вот там был некий Харидас, который у него было служение, он организовал все служение для Говиндаджи. И вот он сначала проверил ее, что ее решимость, увидел, что она действительно решима, то он дал ей мантру, и вот второй Мирабай. Почему не говорим о нем? Почему? Поскольку Мирабай, он не следует Радхарани. То есть, может, у него есть какая-то внутренняя привязанность к Радхарани, но внешне этого незаметно. И поэтому мы его не обсуждаем. То есть он обрел совершенство Сиддхи в Двараке. Но внутри, может, у него есть какая-то привязанность к Радхарани, но внешне этого не видно, поскольку мы о нем не упоминаем. И вот, когда он совершил баджан, он, Майя-деви, она очень много отправляла ему всего, но все же Майя-деви, она не смогла повлиять на него. И после этого... Jackal, вот мы в Махашиве. Nobody can touch. So Krishna is going to give you full protection. Вот Махараш говорит, что Кришна, он даст вам полную защиту, как вот говорится в этих строках. Что шесть видов шаранагати вы должны следовать всем им. Если вы потеряете ваше терпение, если вы то есть нужно ждать и верить, и Кришна благословит нас. Вот эти качества, Дони Атма Ниведон, Дони – это смирение. Мы должны быть более смиренны, чем травинка, более терпеливы, чем дерево.
и полностью зависеть от Кришны. Кришна, Он даст нам все. И Кришна защитит нас также от всего. Мы должны делать все, что благоприятно для баджана. А то, что неблагоприятно, мы должны отвергнуть это. Мы должны строго следовать этому чистым преданным, и на каждом шагу можно видеть настоящие чистые преданные. Они всегда следуют этим чистым вещам. И если они молятся Кришне, то их молитва, она сразу достигает Шри Кришны. Кришна не может слушать. Если обусловленная душа что-то просит, Кришна не слышит ее молитву. И поэтому Кришна отправляет Гуру Варгу, и через них наши молитвы доходят, как говорится вот в этом киртане. Что моя молитва не может достичь Кришны, и поэтому, если я попрошу чистого Вайшнава, если я приду к нему, то есть и он от меня может помолиться Кришне, и эта молитва дойдет до него. Иначе Кришна занят, он наслаждается расой. Чива Госвами Пад говорит, что у Кришны нет времени, нет ни секунды времени, все время он занят расой. Там постоянно океан рас, и Кришна никогда заниматься нами, но если мы приблизимся к нему через Гуру Варгу, через Гуру Варгу, то тогда наши молитвы, они достигнут Кришны. И вот этот хозяин магазина сладости, он очень был заинтересован, чтобы люди произносили имя Кали. И вот Шрила Шанта Махарадж. Но Шрила Шанта Махарадж, он хотел его переспорить. И вот он говорил ему, что этот хозяин магазина, смотри, что Чанди, он говорит, что Ма это все. Но Шанта Махарадж сказал, смотри, если твой отец, мать, кто-то умирает, вы должны говорить Кали-Кали. А почему вы все говорите Рамнам Сатяхи, Хари Кришна, Хари Бол повторяете, когда вы несете мертвое тело? То есть, когда вы несете мертвое тело до крематория, почему вы зовете имена Кришна, а не Кали? Почему вы говорите Хари Бол, Хари Кришна, Хари Рам? И этот человек стал очень, ну, очень озадачился, что ему какой-то маленький мальчик жил, переспорив в таком простом вопросе. When you are going to Kimadrian's ground, this, that. Every time you are doing puja, marriage, any puja, first you worship Krishna. Shuddhi mantra, first. Ну, если он еще скажет, что смотри, во время любой там свадьбы, похорон, там, рождения кого-то, каких-то обрядов, яги, тоже даже не преданные, они вначале имя Кришны повторяют, а потом все остальное. То есть мантры из Ригведы, в которых имя Кришны, а потом уже все остальное. И вот он. И Шрила Прабхупада однажды сказал, Радхараман Брахмачари очень умен, он очень. So you ask him to send one article we can publish in, и пускай он напишет какую-то статью, и мы опубликуем ее в Гаудии. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж и Радхараман Брахмачари отправил ему письмо. И после этого, ну, все и начали спорить, что как бы хорошо все написал, но тут неправильно.
он написал вот в этой шлоке, что не Кришна Нитидас, а Гуру Нитидас, и начали думать, что оно плохо. Он неправильно цитировал эту шлоку, и пошли показать Шриле Прабхупаде, почему так написал. Но и Шрила Прабхупад, он посмотрел, улыбнулся и сказал, что правильно. Как, оно же неправильно, ну, цитировал шлоку, но Шрила Прабхупад говорит, что в онтологическом смысле это правильно. И поэтому Шрила Прабхупад на Харикатхе говорит иногда, что титул Гурудас более высок, чем Кришнадас. Шрила Прабхупад говорит в таком ключе, что титул Гурудас более возвышен, чем Кришнадас. И Шрила Шанта Госвами Махарадж, он говорил о себе как о Гурудасе, о слуге своего Гурудева. И после этого он совершал баджан, совершал киртан прекрасным образом. В любое время Шрила Прабхупад давал ему какое-либо служение, он с великим энтузиазмом его исполнял. Шрила Прабхупад его отправлял на многие выставки, какие-то проповеди за пределами матха, как, например, многие брахмачари шли на просить подаяние, и Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда, они говорят, мы пришли к вам, чтобы просить имя Кришны. Но так или иначе, мы тоже иногда собираем подаяния, и в то время какие-то люди очень были, ну, грубы, что пришли сюда, Кришну, вообще Кришну видели, и какой-то преданный, он разнервничался, сказал, что, ну, не видели, а что вообще пришли, пошли вы. И Шанта Махарадж там рядом стоял, говорит, а я видел Кришну. Как видел, вы можете пойти к нашему Гурудеву, Гурудев вам тоже Кришну покажет, все правда. Но, и потом, тот брахмачари, ну и тот Санта-Мара сказал тому брахмачари, что смотри, почему ты говоришь, что не видел Кришну, поскольку в читании Чайтамрити говорится, что Вигахана не отлична от Кришны, поэтому почему должен говорить ложь, если видел божество Кришны, Вигаху, то есть это Вигахана не отлична от Кришны, соответственно, я видел Кришну, и поэтому как я могу говорить, что я никогда не видел Кришну? Может, я это не осознал, но Кришну-то я видел. И таким образом он вот очень давал очень такие умные подходящие ответы. И вот до последнего дня он совершал санкиртан и совершал харикатху прекрасным образом. И он меня очень любил. И у него была связь с моим Гурудевом. Он очень любил моего Гурудева. И вот однажды я видел мой Гурудев, он всю свою жизнь не был никогда болен. Но в последнее время, перед уходом из этого материального мира, на 2 недели он заболел. Явил такую лилу болезни. Он был в состоянии комы и совершал киртан, но ничего не отвечал. И когда кто-то приходил к Гурудеву, Гурудев, он ничего не отвечал, просто лежал, повторял харинам, совершал киртан, иногда улыбался, ну и все. Даже когда эти скорая помощь приезжала, то есть он тоже совершал киртан, и хотя не было мало на его руках, но он повторял харинам. И доктора были очень удивлены, что он делает. То есть он привык повторять харинам, но хотя мало нет, но все же повторять харинам без мало. И вот смотрите, какой баджан мы должны совершать, чтобы все наше тело, оно повторяло имя Кришны, как Хануман, когда Хануман совершает киртан, то все из всех пор его тела,
то есть все порывы тела, они повторяют имя Рамы. Не просто языком повторять, а всем своим телом. Вы не можете даже представить и поверить в это. И такой вкус Гуру Вайшнава получает от повторения святого имени. И вот однажды Гуру Махарадж ничего не отвечал, и в то время Шанта Гусей Махарадж, он был здоров, достаточно здоров. И вот он приехал к своему Гуру Шрила Бхакти Прамодпури Гусей Махараджу. Хотя доктора никого не позволяли войти, но он пришел, и он вошел в комнату и сказал, он поклонился сначала, прикоснулся к его лотосным стопам и сказал: «Шрила Пури Госвами Махарадж, твой Шанта пришел к тебе». И Шрила Пури Махарадж открыл глаза и сказал: «Да». И посмотрел на него, и все удивились, как это уже две недели ничего не говорит, а вот как Шанта Махарадж пришел, открыл глаза, поздоровался с ним. И был один шалограмм, и Гирирад Шрила, например. Но мы не можем общаться с ним, поскольку наше сознание недостаточно развито. Вот Шалаграм или Гирирадж, они находятся в полном сознании. И чтобы как-то общаться с ними, то есть мы должны развить такое сознание, мы должны возвыситься до их уровня, и тогда мы можем общаться с ними. Ваман Госвами Махарадж на последнем Ачарья Девананда Гаудиматха, он иногда плакал один в комнате, иногда повторил Харинам, иногда смеялся, иногда спрашивал о Гурудев, и как долго я должен находиться в этом материальном мире, о Гурудев. И он получал ответ, что да, хорошо. Гурудев ответил ему, сколько лет ему еще жить? Нет, ты должен жить такое-то время. Но можно подумать, что он сумасшедший, но он может видеть все. И таким образом вы не можете представить, о чем я говорю. И вот вы можете общаться с Гуру Вайшнавами, с Шалаграмами, с божествами, с Гирираджем, но вы должны развиться, возвыситься до того уровня, если ваше сознание недостаточно высоко, то есть я Гуру Вайшнава, который находится на уровне выше, такой промежуток между ими и нами, и мы не можем совершать служение им. То есть мы обусловлены души, мы совершаем какую-то арчану, какое-то служение, но это похоже на тренировку, а не на служение. Когда Шрила Шанта Гасвами Махарадж, он совершает баджан, он общается с Бхагаваном, с Гопинатхом, много раз случалось так, что некоторые люди говорят, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он арчаначарья. То есть я много раз слышал об этом, но они не знают, что его арчана – это не арчана, обусловленной души. Его арчана, он там, на Югапитхе, в Югапитхмандире, во Вриндаване, с Радагавинда Гопинатхом. Они глупы. Они совершают служение под... То есть они думают, что он просто поклоняется божествам, но это не так. Хотя поклонение – это... Когда мы находимся на уровне Каништа Адхикари, это наше главное служение – поклонение. А Шрила Пури Махарадж, у него совершенно не так. Однажды, пример такой, он очень любил свою мать Кешари. Я вернусь к матку. И вернусь немножко назад, чтобы поняли связь между Лилой и Сиддхантой. Когда Шрила Прабхупад ушел, Шрила Бхакти Кумар Шанта Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Бхакти Вичара Джаджава Госвами Махарадж, они все вместе, они проповедовали.
different parts. В разных местах. They wanted to make one temple. В Миднапуре не хотели какой-то храм построить, где можно было жить и проповедовать, но землю никто не давал, и так или иначе какой-то Заминдар был готов пожертвовать землю. Вы хотите взять землю? Да, где? Но смотрите аккуратно, там это привидение живет. Ну ладно, мы... You cannot enter. Ну, вы не можете выйти там, одни привидения. Если пойдете туда, они вас убьют. Но Шантамая скажет, нам все равно, давай землю, мы сами о себе позаботимся, можем тебе даже расписку дать, что... Чтоб ты не беспокоился. И вот после этого, это был такой старый дом, он уже с какого-то там 17 века, старый дом достаточно. И вот Гурварга, они пришли туда, все вымыли, но этот гост там, эти привидения, они там жили все. То есть они... Иногда кидались камнями, то есть они проводили харикатху, иногда кирпичи сверху падали. Или какие-то камни сверху, то есть это привидение кидали. Но они с большим энтузиазмом начинали совершать кетан, и после этого эти все привидения, надоело, все, кто пришел сюда, беспокоит нас, и все эти привидения взяли и начали совершать там санкиртану регулярно, установили божеств. И эти привидения решили уйти куда-то, поздравили. Вот сейчас там большой храм в Миднапуре, это с чем надо, Гаудия Мат. All Guru Varga started being seva very, combined way. И вот после этого Шрила Шанта Госвами Махарадж подумал, что мне тоже нужно основать свой мат, чтобы проповедовать более эффективно. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж решил, что... И вот этот землевладелец, он сказал, что я могу дать тебе землю, сколько я могу дать, ну вот столько, но смотри, ты должен пообещать мне. I don't like to take your land. Go! I cannot speak lie. I can give this kind of land to you, big land. For your temple, this I can also help, but you have to speak a lie in front of court. Bailor officer in court, you have to speak a lie. Ну, в общем, этот землевладелец попросил его, сказать неправду. I don't need your land. В обмен на то, что... No! Ну, он что-то там скажет неправду перед этим земельным офисом, но Шанта Махарадж, он... отказался от такого предложения. И после этого тут какой-то богатый человек сказал, я могу пожертвовать землю в том же месте. И вот он построил храм, установили Гопинатха, и Шанта Махарадж всем сердцем любил это тело. И он, когда он даже оставлял свое тело, он написал завещание, что в Кешаре его тело должно быть. Я был там вот во время самадхи. Зимой было. Я там простыл, но все же... И вот таким образом Махарадж установил храм там, и после этого в Калькутте, вы знаете, он тоже у вас построил храм.
И однажды случилось нечто. Шанта Госвами Махарадж, он пришел в свою Кешари Мат, и он смотрит какой-то этот маляр, красит храм, красит этот купол храма. И внезапно этот упал маляр. Что случилось? Что-то упал. Он упал, но не помер, а что-то там ушибся. Но пострадал, его отправили в больницу, и после этого, когда он восстановился, выздоровел, Шанта Махарадж позвал его, иди сюда. И сказал, сиди здесь. Скажи, почему ты упал? Ну, я не знаю, почему упал. Говори, почему упал. Говори правду. Не надо лжи. Ну, то есть, одежда была твоя грязная. А, видно, поэтому, ну, слушай, я перед тем, как прийти в храм, я не помылся, даже одежду не постирал, и поэтому я думаю, мой Гопинатх, то есть никто не падал раньше, а тут один упал, то есть почему, поскольку там твоя одежда, либо ум нечистый был, или, ну, этот маляр сказал, что да, я вот не мылся долгое время, и поэтому упал. И вот потом Махарадж построил храм в Калькутте, в Бихале, очень прекрасный матх там, и там на Висимхадех также есть, и в то время Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был главный, все божества, они были установлены Шрила Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Пури Госвами Махарадж, то есть в любом Гауди Матхе, если устанавливали какое-то божество, то есть мой Гурдев, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он все это проводил, всю пуджу и прочее. И также был один Вайшнав Бхакти Гурдев Шроути Госвами Махарадж из Джайграма, и он тоже вот занимался установлением божеств и Вайканас Госвами Махарадж. But usually he was not не любил туда-сюда ездить, и подавляющее большинство божеств, они были установлены из Шрилы Пури Госвами Махараджа или Бхакти Гурудев Шроути Госвами Махараджа. То есть вот все божества, то есть... Но в Варисе там несколько храмов, это они Шрилы Бхакти Гаура Вайканас Госвами Махараджем, а все остальные Шрилы Пури Махараджем и Гурудев Махараджем. И вот он также проповедовал в Бангладеше, он говорил даже в Шри Рам Кришна миссии, он говорил Хари Катху там, смотрите. Он не думал, что кто-то может неправильно что-то понять. И вот он мне также дал наставление, чтобы я говорил правду и говорил Сиддханту услышанное от Гурудева и не менял ничего. В то время я был достаточно молод, если какие-то старшие преданные писали какие-то статьи, а если находил какие-то ошибки, они не могли... Говорили, чтобы я там ничего не менял. Ну, никакие слова, никакие философии. И вот однажды я получил какую-то статью от какого-то старшего преданного. И я почитал и подумал, что Сиддхант там плохая, что делать. Если я поменяю, они будут ругаться. И я решил, Нитананда Гвинга. Я решил
book is going to be printed in Calcutta. Пойти. When all Gauri Vaishnava Association first published magazine with ISKCON and everybody, first 2 years, they allow me, they make me editor. I was editing him. И вот этот Гауди очень желал Махараджи первые года был главным редактором. Имя прослушал у какой-то Шипом Гопинат Гауди Махараджи. И вот, но моего Гурудева я не хотел беспокоить, поскольку но я решил к Шанти Гасай Махараджи пойти. Я пошел в учение Шанти Гасай Махараджа, и он увидел меня и я сказал, что пришел с двумя статьями, вот, какая правильно. И Махарадж сказал, что давай читай, я послушаю. И вот я начал читать неправильную сиддханту, и Махарадж сказал, что это неправильно, не надо. И я вторую, то, что я хотел, исправил. И Шанти Махарадж сказал, что да, это правильно, но Махарадж сказал, что смотри, старшие преданные прислали вот этот неправильный вариант, а Шанти Махарадж сказал, ну что, что делать, ну, скажи, ну напиши, что я исправил. И вот потом, когда меня уже ругали, я сказал, что это не я, вот Шила Шанти Гасай Махарадж, он исправил ваше ну, писание. Но... И вот тогда уже старшие не жаловались. И вот Шанти Махарадж, что мне помогал. И многие старшие, ну и многие эти иностранные преданные, они тоже шли к Шри Шанти Гасай Махараджа. Они брали меня с собой, но я был, но они Махарадж не подпускали никого к Шанти Махараджа. Если подпускали, то ну, рядом нельзя было подходить. Я был таким переводчиком. Маха меня спрашивали меня, я спрашивал Махараджа, Махарадж не отвечал, я потом передавал то, что услышал от Махараджа. И вот так такого было служение мое. Иногда я писал какие-то статьи для моего, ну, на подношение на день явления моего Гурудева. And one point very important. И очень важное, что я хочу сказать вам. Когда я был на Сурьякунде, совершал баджан, чтобы ну, уйти от политики, я был очень опечален. И в то время я написал одно письмо Шрила Шанти Гасай Махараджу, что Махарадж Магурудев ушел, я хочу совершать служение, но ситуация она не позволяет. Махарадж ответил мне. На Бенгале он был в Кешари, в то время написал большое письмо, и это письмо я опубликовал в журнале. Когда Шрила Шанти Гасай Махарадж ушел, ну и ну, на день его ухода, видимо, опубликовано было в журнале. И там я очень удивлен был, что это много лет назад, в то время я был на Сурьякунде. И Шанти Гасай Махарадж, он дал мне наставление, благословение такое. Ты должен совершать вот эту саву. Он список дал. И после этого, по милости Шанти Гасай Махараджа Гурваги, я вижу, что вся сева она пришла ко мне автоматически. Он благословил меня много лет назад, но это явилось в моей жизни. Ну, тогда, когда Махарадж ушел. То есть Махарадж ушел, я вижу все, что он предсказал. То есть я обрел все это служение, о котором он говорил. Я могу показать вам письмо. У меня есть то письмо, которое он написал мне. Таким образом он благословил меня. О, мой Бог, после того, как Махарадж ушел, I find everything
И вот после того, как ушел Махарадж, я понял, что все его пророчества, они все исполнились. То есть, по его милости, все служение, оно пришло ко мне, несмотря на препятствия по пути. И вот смотрите, Шрила Шанта Госвами Махарадж, таким образом он говорит людям очень, иногда очень жестко перед публикой такую неприкрытую истину. И тысячи людей, они приходили к нему, он спасал их всех, он давал харинам, дикшу, харикатху. И он дал мне наставление, мой сын никогда не меняет твои седанты. Если кто-то будет давить на тебя, но ты можешь оставить это место, но никогда не меняй свои седанты. Никогда не меняй свое служение. Ты должен быть очень строг насчет этого. Он благословил меня Тривикра Махарадж, Шанта Махарадж и все остальные, и Шрила Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж. Он Кунджа, да, Кунджа Бихари Видьябушан. И после того, как ушел Шрила Прабхупад, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж был ачарья Шри Чайтанья Мадхвы, Мадхва, потом Шрила Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж, потом еще кто-то. Бон Махарадж, вот там много ачарий поменялось за короткое время. Я не хочу говорить более подробно, но когда Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж был ачарьей перед вот Радхараман Брахмачари, я думаю, уже принял саньяс в то время, он говорил: ты должен пообещать мне. Какое обещание? Три обещания я должен дать, но какие? Твой первый ученик, ты должен отдать его для служения Чайтанья Мадхвы. Когда ты будешь, у тебя первый ученик, ты должен отдать его для служения Шри Чайтанья Мадхвы, главного Мадхвы. Он сказал: да, хорошо. И любое время, когда я совершаю парикраму, Гура Мандал Парикраму или Раджа Мандал Парикраму, ты должен прийти и помогать в этом. И он сказал: да, я обещаю. И тогда, когда я позову тебя в любое время, даже ночью, может, час ночи, ты все равно должен прийти ко мне. Да, я обещаю. И вот до последнего дня он выполнял все эти обещания. И после того, как ушел из Чайтанья, вся парикрама, Гура Мандал Парикрама, Раджа Мандал Парикрама, любая парикрама Шанта Госвами Махарадж, он брал полную ответственность за всю эту парикраму. Он полностью организовал все это. Вы знаете, он был очень великой личностью. Если некая великая личность там, то есть перед вами какая-то великая сияющая личность, вы тогда автоматически обретете способность совершать баджан, иначе нет. Обусловленная душа, она не может получить силу совершать баджан до тех пор, пока не увидит перед собой яркий пример настоящего святого. То есть и тогда она сможет совершать баджан. И поэтому Махарадж, он сдержал все свои обещания. А первый ученик Анупридас Бабаджи Махарадж, ему сейчас 99 лет, он вот живет до сих пор в Шри Чайтанья Мадхве. Поскольку я был в Шри Чайтанья Мадхве долгое время. Но до этого был на Сурьякунде, а то перед этим в Чайтанья Мадхве служил Шри Прабхупаде, я говорил харикатху, я был очень удачлив. Нет ни единого там брата в Боге, никто. Я был в Чайтанья Мадхве и говорил харикатху, и жил вместе с Канупри Дас Бабаджи Махараджем, но потом, когда я начал говорить сиданту, более сокровенную, откровенную сиданту, то этот ачарья разозлился, и мне пришлось уйти.
и я начал молиться, что если Кришна дашь, ты дашь мне такую севу под руководством Годева, я могу ее совершать. И вот я впоследствии отправился на Сарьякунду, и потом Шрила Бхакти Валлабх Тиртха Госвами Махарадж, он пришел ко мне. Я никогда не говорил ему, что он мой брат Боги. То есть я относился к нему как к гуру. А он говорил, что твой Гурудев, он 36 лет жил в Анашамати, 36 лет, и поэтому ты тоже живи со мной. Ты, поскольку, смотри, твой Гурудев занимался публикациями, и я тоже хочу дать тебе это служение. То есть никого не было, только я с ним, он сказал мне, чтобы я очень счастлив, что вы хотите дать мне то же служение Вани Севу, которое совершил мой Гурудев. Но вопрос, какой вопрос? Я не могу совершать служение свободно, поскольку мне не позволят совершать служение свободно, если вы сделаете меня главным редактором вашего журнала читания Вани. И Махарадж, он помолчал, он сказал, да, он понял, что это невозможно, поскольку на него будут давить со всех сторон, и что нужно делать то и то, что мне говорят, а я сказал, как это возможно. Если свободно под вашим руководством я смогу это делать, то если смогу, а если кто-то будет на меня давить, что делать то и то, и то, то я не могу делать неправильно. И так же случилось с моим Гурудевом. Кто-то надавил на него, что нужно делать то и то. А, ну, хотя это вот старшие говорят, нужно то и то делать. И Шрила Пури Махарадж из-за своей мягкой сердечности согласился. Но смотрите, Шрила Шанта Госвами Махарадж в любое время... Шрила Бхактивиласа Тиртха Госвами Махарадж, когда он был, не звал его, он всегда приходил. И первый ученик Анаприя Дас Бабаджи Махарадж, он до сих пор жив. Можно пойти получить его даршан, он всегда улыбается. Он даже иногда, если сильно болен, но все равно улыбается. Как? Почему? Поскольку нектар внутри его. Я говорил, как все читания матхи, в любом отделении все читания матхи, но потом какая-то проблема возникла вот с этим ачарьей бывшим, и я не могу говорить то, что не хотят, поскольку я следую Шриле Прабхупаде, я уже следую Шриле Прабхупаде, Шриле Кешава Госвами Махараджу, как я могу следовать вам? Если они не позволят мне, я просто останавливаюсь и иду в другое место. И я плакал, и на Сурьякунде Радхарани благословила меня, поскольку я написал о славе Сурьякунды на английском и на других языках. И после этого этот старый храм, какой-то богатый человек прочел мою книгу и решил, вдохновился реставрировать все это место. Но мне впоследствии я вынужден был уйти с этого места. И вот Шанта Госвами Махарадж говорил так. Я могу пример привести. В том большом собрании, в читании Годи Матхи или в читании Матхи, во время любого большого собрания без силы Шанта Госвами Махараджа не было никакого собрания, он присутствовал везде. И однажды Шрила Шанта Госвами Махарадж сидел, и какие-то майявады начали говить какую-то ересь, что все Брахма, ничего нет, кроме Брахма. Шанта Госвами Махарадж слушал. И вот он, когда он закончил говорить, Шанта Госвами Махарадж начал говорить, он взял палку, И он этой палкой начал, хотел ударить его, этот человек, он отскочил. Почему ты отскочил?
что ты боишься, поскольку нет ничего, кроме Брама. Ты только что говоришь, что нет ничего, кроме Брама, и что ты боишься тогда? И смотри, это доказывает, что твоя философия полностью ложна, поэтому не говори. Ты не Брама, ты отдельный от него, и поэтому ты боишься. Если ты осознал, что ты Брама, Брама ничего не боится. И все начали смеяться. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж отвечал, приводил такие, ну, простые примеры, чтобы все понимали, и тот оппонент, он тоже понимал, что он глуп. То есть спросил, что ж ты боишься, если ты Брама, то не должен бояться себя же. И вот таким образом Шанта Махарадж отвечал на все вопросы. У него была одна уникальная особенность. Вот сейчас я на какие собрания не хожу. То есть во время, тут, ну, хожу некоторые только во время Шрилы Бхакти. В Пури Госвами Махараджа день явления ухода, и, ну, на несколько. Ну, Махарадж имеет в виду, не посещает почти никакие собрания. You know, go against me, still you have to speak. That's why you go there. But you cannot find any sabha. Nowhere I go. Because I know... Поскольку, ну, то есть на многих собраниях я не могу говорить об абсолютной истине, а если Шанта Госвами Махарадж, он был настолько прекрасен, он когда присутствовал на... Ну, он был в Самхапати. То есть он говорил, что кому, ну, что кому, ну, говорил, сколько времени, кому говорить харикатху. Но он был этим председателем собрания. Ну, кому-то там 15 минут, кому-то 10, и он был очень внимательно слушал, когда кто-то говорил очень, ну, прекрасную философию, то есть как 15 минут, но кончилось, он Шанта Махарадж говорит, продолжай говорить. Хотя он кому-то дал 15 минут, но когда он видит, что время кончилось, а человек, ну, не закончил свою мысль, то он продолжает говорить. А сейчас эти, ну, таких ачарий не видно. То есть просто не какая-то политика, а Шанта Махарадж, почему он говорит, продолжая, поскольку он говорит правильно, его поведение достойно. И если президент собрания, какая же его обязанность? Ну, президент, что значит? Чтобы принести максимальное благо для всех присутствующих. Это главнейшая обязанность президента собрания. То есть он должен организовать это все так, контролировать это собрание, чтобы наивысшее, ну, получить максимальное благо. То есть эта аудитория, она получила максимальное благо от харикатхи, а не просто дать всем выговориться. То есть, ну, в текущее время, ну, у нас, то есть, никто не может доказать, что находясь на нейтральном уровне, и поэтому всю свою жизнь я очень уважаю Шрилу Шанта Госвами Махарадж, даже после того, как я оставлю свое тело, я все равно мое уважение к Шрилу Шанте Махараджу, ну, останется. И он бил своих учеников, даже саньяси, этими тапочками деревянными. Если какой-то саньяси или брамачари, ну, приходил маджить, какой, ну, даже день или два, где Махарадж мог приходил или кланяться к нему в комнату, Шанта Махарадж смотрел в его глаза и, ну, понимал состояние, в котором они находятся, что этот брамачари, ну, не настоящий брамачари или саньяси, не настоящий. И Махарадж говорил, сегодня нужно говорить о Гуру-таттве на собрании, и я приду, буду слушать. И этот брамачари саньяси, они пугались сразу и уходили из матха.
Но он как бы так прямо никогда никого не выгонял, а просто спрашивал, зачем они пришли, и просил их говорить на собрании у Гуру-таты, и он будет присутствовать, и эти саньяси брамачари, так не настоящие, они через 5 минут уже уходили из матха. И вот Махарадж так был очень умен. И вот в Пури во время Гундича Марджана, Шила Мадав Госвами Махарадж, Шима Гурудев, Шила Шанта Госвами Махарадж, они все вместе. И вот идут, они все вечные спутники Шила Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати. И Шила Мадхусудан Госвами Махарадж, там Шила Джаджарах Госвами Махарадж тоже были там, и вот они все совершали киртан, подобно, ну, можно чувствовать, подобно тому, как на Вайкунтхе их киртан был настолько могущественен, ваше сердце, оно растаяло бы, если бы вы услышали, то есть любые... Long ago, I am speaking about 60-50 years back. Anybody, if you find now, I think everybody gone. Здесь невозможно представить, какая благостная ситуация образовалась там, когда они совершали киртан. Можно... Такое чувство было, как будто мы во Вриндаване на Голоке. Шрила Шанта Госвами Махарадж совершал киртан. И в то время, кстати, не было микрофонов и этих усилителей. И вот они совершали прекрасные киртаны. С чувством, а сейчас можно, ну, во время Гундича Марджана нельзя увидеть такую вдохновляющую киртан. Кто же даст нам силу, нам нужно вдохновение, сила от Гуру Вайшнава. Шрила Бхакти Вайбхава Пури Госвами Махарадж, он был очень могуществен, он был очень велик. Он ушел, и он спрашивал, вы 16 кого повторяете? Ну, всего лишь 16. И Шрила Прабхупада говорил, что льстящая личность никогда не может стать настоящим проповедником. Он должен стать настоящим преданным, и только тогда сможет проповедовать. Шрила Шанта Махарадж, он когда совершал киртан во время Гундича Марджаны, то все плакали. Все люди, они, ну, плакали, когда слышали его. Он перед и после говорил Харикатху. И Шрила Бхакти Пури Госвами Махарадж говорил потом Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, потом Шрила Бхакти Кумут Санта Госвами Махарадж. У вас не было возможности думать ни о чем материальном. Вы не можете представить, то я слышал один старый преданный, кто пригласил меня в Джаландар. Я был в Джаландаре, говорил Харикатху. Был в Панджабе, был, и он говорил, о, Махарадж, нужно пойти с нами. Нет, ты... То есть, хотя мне... Хотя многие приглашают на, ну, в наше сочетание Годимат, я беру там разрешение от секретаря, что они не возражают, чтобы я там просил них, чтобы они принесли разрешение от секретаря, чтобы они не возражали, чтобы не было впоследствии проблем. Everybody used to come. Бхакти, Дайта Мадхава Госвами Махарадж. Вот в то время Шрила Бхакти Пури Госвами Махарадж, Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он вместе с своими гуру-братьями, он всегда их брал с собой, и он говорил, о, Махарадж, вы не можете представить, в то время они говорили Харикатху 4 раза. Как? 4 раза, да. Вы вот 2 раза говорите утром и вечером. А когда у нас...
and night time. Actually, two times speaking. Ну, вообще, ну, два раза. Утром там не всегда даже получается, а вечером особенно, но в то время четыре раза харикатха было. То есть это было 8 утра, потом харикатха кончилась, прасад был, и вот потом в 12 харикатха опять было. Потом с 11 до 12 харикатха, потом в 3, потом час отдыха, и потом с 7, ну, где-то с 7-6 до вечера. Ну, кто слушал? Ну, я спрашиваю, кто же слушать будет, но они говорили, что как то так много людей приходили с зонтиками, даже если дождь идет или солнце светит, они все ждали харикатхи, когда будет опять. Но сейчас, ну, все, ну, теряют интерес. Заняты какими-то посторонними вещами, удобствами и, ну, теряют свою вкус к харикатхе и к следованию, к правильному следованию гуру Вишнава. Почему я, ну, ушел? Это такова причина. Я знаю, что никто не будет мне следовать совершенно, и поэтому я не могу терять свое время. Они могут слушать, но не все могут следовать полностью тому, что я говорю. И они могут совершить оскорбление таким образом и упасть. И что же делать? И таким образом, смотрите, должна быть некая великая личность, как Шрила Шанта Госвами Махарадж, всегда, любое время. Например, кто-то говорит что-то, спорит с Шрилой Шанта Махараджем, и Шрила Шанта Махарадж отвечал очень четко, одним предложением, и все, отвечал на всех возражения. И вот сегодня, может, его день, явление, но я чувствую разлуку, потому что для меня это как явление, так и уход в одно время. И я прошу прощения, я молюсь о милости Шрилы Шанта Госвами Махараджа, если он благословит меня и вас всех. Пожалуйста, благослови меня своей милостью.